Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Фактор личности», а ее ведут Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов. Здравствуйте! А сегодня в гостях у нас Алиса Толкачева, модельер, поэт, художник, член Союза дизайнеров Москвы. Здравствуйте, Алиса! Алиса Толкачева, член Союза дизайнеров с 2000 года, один из самых востребованных кутюрье отечественного шоу-бизнеса. Она создала сценические образы известным артистам Анжелике Варум, Леониду Агутину, Ларисе Долиной, Валерию Леонтьеву, Валерию Меладзе и многим другим. Сделала костюмы более чем для 25 видеоклипов и 10 сольных программ звезд эстрады. Окончила художественную школу в Киеве, затем полиграфический институт имени Федорова, отделение книжной графики. Работала с издательствами и журналами, и при этом всегда рисовала одежду, костюмы, моду. Каждый показ ее коллекции – настоящий праздник светской жизни Москвы. На них приглашаются VIP-гости, известные политики, звезды эстрады и спорта, бизнесмены. Приятно, что вы к нам сегодня пришли. Взаимно. Тем более я недалеко от вас. Вот моя мастерская находится совсем рядышком. Через дорогу практически, это первый Басманный переулок. Ой, это прекрасно, переулок. Теперь будете часто приходить. Мы теперь соседи, да, будем вам рассказывать много интересного, что у нас происходит. Да, и вот первый такой вопрос хочу спросить. Ведь мир такой моды, он довольно-таки плотный, и очень сложно как-то туда попасть и занять какое-то свое место под солнцем, какую-то нишу. Угу. Вот как вам это удалось, расскажите. Ну, мы дети 90-х, знаете, у нас были практически открыты все двери, и просто в силу своего энтузиазма, приверженности тому, кем ты хочешь быть и что ты хочешь этому миру показать. И тем возможностям, которые открыли 90-е, да, после Советского Союза, я имею в виду, конечно, нам в этом плане очень повезло, потому что мы прорвались. Другое дело, насколько можно потом удержать. То есть сейчас это уже невозможно, да? Более чем возможно. Просто вопрос того, что, знаете, как, вот клубок энергии, он же разматывается. Разматывается. И тебе какие-то вещи со временем перестают быть такими интересными и яркими, как раньше. Вот со мной такое произошло. Мне это стало не так вкусно, к сожалению. Не так это ярко для меня, не так это не такой морковкой, как раньше. И я стала к этому относиться значительно с большей прохладцей. Вы занимаетесь сценическими костюмами, да? То есть шьете для эстрадных артистов. Да. Ну, мне кажется, это так интересно, работать со звездами. Они такие необычные, неординарные личности. Это правда. И тем более звезды у нас тоже меняются иногда. То есть, как бы, получается, что вы постоянно работаете с разными людьми, даже иногда, если это один и тот же человек. Ну, есть какие-то люди, которые все равно на протяжении моей, скажем так, творческой деятельности так и оказываются со мной вот, ну, совсем рядышком. Вот я работаю, наверное, самый такой вот мой любимый артист — это Анжелика Варум, потому что я с ней проработала больше 17 лет. Ну, это большой срок. Да, и с Леней Агутиным. И то есть для меня это даже больше, чем артист. То есть уже родные живу этим творчеством, да, это родные люди. Понятно, почему это такая красивая пара, собственно говоря. Да, благодаря. Знаете, очень важно, если ты находишь своего артиста в этом сегменте, я имею в виду, если ты работаешь в шоу-бизнесе, находишь то, что вот очень откликается. Это касается творчества, мировоззрения, юмора, да, потому что это очень важно. Потому что когда они так шутят, духовная какая-то, ты похихикаешь, а потом ты чувствуешь, что вот вы на разных абсолютно на разных плоскостях, вот юморных, да, юмор. Структура юмора разная немного. Да, вы с разных вещей, как бы вам с разных вещей весело или грустно. И это очень разъединяет. Но у меня это очень имеет большое значение. С мужчинами тоже. То есть получается, для того, чтобы стать успешным модельером, надо найти своего человека, то есть надо иметь контакт с тем человеком, для которого вы работаете. Это как семья. Тогда это вместе, тогда это результат, тогда то, что ты предлагаешь, этот человек воспринимает безоговорочно, доверительно, и он в этом просто цветет, он в этом распускается. Органично. Да, да, да. А со всеми вот получается найти такой контакт? Нет, а если вот не получается такого контакта, делать? Вот что делать тогда? Ну, я какое-то время, может быть, как-то пытаюсь себя уговорить в чем-то, а потом в какой-то момент я понимаю, что это, ну, вот совсем параллельные вселенные какие-то, да, и я просто делаю такое спокойно, я не могу просто называть в эфире фамилии, но у нас были очень смешные истории, такие, знаете, не было бы так смешно, если бы не было так трагично. Вот когда ты видишь, на мой взгляд, некую даже такую неадекватность человека, когда он чувствует себя в статусе
поймавшего за бороду Бога, да, и когда денщики снимают у тебя на глазах, денщики этого человека снимают на глазах сапоги, он их пинает. Ну, то есть, такие вещи бывали, да, что просто вот человек в роли, в образе человека. Я думаю, что да. Это некий такой образ. Хороший актер, значит. И хорошая команда, которая это все позволяет с собой делать, потому что это было интересно, что вот этот денщик, которого пинали сапогом и без сапога, это был, как оказался, практически ваш коллега, он когда-то был ТВ-6 такой, помните, был? Да, помню, конечно, телеканал. И он раньше был там даже одним из ведущих таких, там же молодежная программа была. Мне кажется, догадываюсь, даже о ком идет речь. Ну, не будем это говорить. Я его отвела в коридор, я говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, ты с ума сошел? Алиса, а вот и деньги даже вот не играют никакой роли, да? То есть если с человеком вот нет такого, то все, материальная сторона не имеет никакого значения. Ну, для меня, к сожалению, нет. То есть, возможно, если бы я была такая более приспособленческая такая, знаете, а я такой какой-то элемент из какого-то своего конструктора, который очень сложно найти, к кому он может вообще как бы приноровиться. И, может быть, поэтому у меня надои не такие высокие, как мне хотелось бы. А все-таки у вас это бизнес же, тем не менее, нет. Да? Или это уже хобби? Или знаете, это уже жизнь? Это что? Да, часть это? Жизни. Вы знаете, можно... я думаю, что в моем случае это как бы часть моей реализации творчества. То, что это приносило в разные периоды моей жизни определенные в какие-то моменты более высокие доходы, в какие-то менее высокие доходы. Это же эквивалент моей энергии вложенной, да, то, какой костер я делаю, как я этим пылаю, да, как я заражаю других, это, ну, как бы равно тому, что получается в итоге там в виде долларов, в виде евро, в виде рублей там или еще какой-то валюты. Побочный эффект такой, да, получается? То есть получается, что вы... Бонус, хороший бонус. Да, то есть вы не шли за деньгами, вы шли за самореализацией, когда начали этим заниматься. Да. То есть шли туда, где вам интересно, где вам хочется делать, где вы действительно, как вы говорите, горите и готовы отдавать свою энергию долго, там, не знаю, может быть, 12 часов, может быть, 14 часов. Да, совершенно верно, да. Потому что по-другому не получится. Я знаю, что тот, кто пытается ориентироваться только на финансовую часть, да, вот когда он ориентируется на зарплату, на какой-то гонорар, его потом начинает тошнить. По какой причине? По той причине, что как бы он видит конечный результат, да, вот, например, такая-то сумма, но то, куда он впрягается за эти деньги, ну, настолько начинает диссонировать с его совестью, с его принципами, с его какими-то моральными установками. Человек ломает себя, что получается. Человек начинает просто... То есть, получается, нету удовлетворения от работы. Да, это самое страшное. Да, это и получается, что да, я много зарабатываю, но удовольствия не получаю. Работа для меня – это рутина и... как бы вот именно труд в таком плохом смысле этого Сизифов слова. Сизифов такой, да? Да, тяжелый. Да. Потом они идут и, условно говоря, тратят эти деньги на лечебницы, на алкоголь в немыслимых количествах, да, чтобы как-то восстановить вот этот тот диссонанс, баланс, который очень сильно нарушил баланс, совершенно верно. Может быть, это как раз вот та история про продажи души дьяволу, да, когда человек делает то, что ему не нравится, но получает за это деньги. И у него вот как бы он несчастлив, то есть он свое счастье, по сути говоря, продает за деньги. Счастье от любимой работы, от любимого дела, куда он мог бы действительно делать с удовольствием. Я думаю, что Фауст именно об этом. Об этом, да? Да. Интересно. И не только Фауст, потому что есть в литературе такие и образные примеры, и есть какие-то знаковые строфы даже из таких произведений, которые просто предупреждают, что это ложный путь на самом деле. Он дает первичное удовольствие, тебе кажется, что ты правишь миром, что ты управляешь вообще чем-то. Но потом ты понимаешь, что ты даже собой не можешь управлять. Что ты просто такой, знаете, в корне предатель самого себя. А это очень сложно. Жить с этим состоянием, что ты так небрежен с собой, с тем талантом, который в тебе есть, с тем отмеренным отрезком времени, который тебе каким-то образом там выделили за хорошую карму, за плохую или карму, неизвестно, да? За те инвестиции, которые сделали родители в тебя, как могли на том этапе, когда они могли влиять на тебя. И потом начинается вот это состояние, когда люди не выдерживают
взаимодействовать в обществе вообще. Они начинают сбегать, они начинают менять место дислокации. Им кажется, что убежав в более теплое место, в более тихие места, что там они каким-то образом выравниваются. И есть иллюзия немножко такой вот нирваны. Но потом все равно ты сталкиваешься с взаимодействиями, заплатить, сказать, узнать про ребенка, спросить. И опять начинается этот диссонанс. И опять начинается возникает та проблема, которая так и не была решена таким способом. А вы пробовали вот убежать от себя? Поскольку я сама переживала кризис среднего возраста, потому что мне 45 лет, и я как бы это говорю не по прочитанному, а по своему тому эмоциональному слому, который со мной происходил. И когда это начиналось, естественно, было состояние паники, непонимание, то ли я успела сделать, сделала ли, или это надо еще что-то делать, а если надо, то что. Я не могла позволить себе куда-то сбежать, потому что у меня сын, ему сейчас 17. Тогда это был такой сложный подростковый, тоже начало сложного подросткового периода. И я понимала, что надо найти ответ, и вот здесь, не отходя от кассы. И я таким образом получила второе образование – психологию. Вот моя интересно, преподаватель, да. Гиппенрейтер Юлия Борисовна – это совершенно потрясающий профессор МГУ. Удалось найти ответы? Да. Вы знаете, в какой-то степени, потому что дело не в ответах, а дело в принятии себя. Такой, какая вы есть. Или да, как? И понять, что ты весь с этим набором и сомнений, и достижений существуешь, что ты един. И когда эти вещи начинают приходить, то тебе не надо куда-то бежать. Это не значит, что у меня нашлись все, знаете, как бы вот как в книжке открыл сзади. Пазлы все сошлись. Ответы, да. У меня точно так же возникают какие-то проблемы, у меня точно так же возникают какие-то ситуации, которые могут меня выбить из колеи. И в то же время я понимаю, что самое главное решение – это в этот момент позволить себе почувствовать, что ты на самом деле чувствуешь по отношению к этому. И как ты себя с этим чувством, даже очень неприятным по отношению к чему-то или к себе, или к кому-то, можешь простить и принять? Это самая большая трансформация, которая может произойти и которая дает то эмоциональное выздоровление, которое выравнивает нужный баланс, благодаря которому мы счастливы в жизни. Золотые слова. Вот я, кроме этого всего, как бы начала... Спасибо, я очень тронута, потому что я уже как бы не указывала здесь, но тем не менее я читаю лекции, я читаю, я провожу мастер-классы, я преподаю в каких-то разных... По психологии, я правильно понимаю? Вы знаете, я связала, нашла такую форму, поскольку я художник, и я не могу как бы это никак не адаптировать. И для меня все, что касается цвета, формы, это особый язык, и я могу человека прочитать вот просто потому, как он одет, в какие оттенки он вот одет. Вот на этом интересном месте хочу А можно меня прочитать? Вас? Можно, можно. Дорогие друзья, рекламная пауза. Здравствуйте, друзья! Снова в эфире программа «Фактор личности». Ее ведут Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов. Здравствуйте! А в гостях у нас Алиса Толкачева, модельер, поэт, художник, член Союза дизайнеров Москвы и, как выяснилось, еще и психолог. Снова здравствуйте, снова Алиса. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Продолжаем интересный разговор. Мы остановились на том, что вы можете по цвету, по оттенкам, по сочетанию, вот, в принципе, могу достаточно как бы точно диагностировать человека и что с ним происходит. А можно попросить вас это сделать? Да, сейчас я просто свяжу это с психологией, почему как бы это у меня связалось. Потому что это как бы стало, ну, это и было моей, скажем, профессией, возможно, это каким-то врожденным особенностям, особенным таким чутьем, благодаря которому я пришла именно в индивидуальный пошив, потому что это другая история, да, ты как бы, ты должен человека почувствовать, особенно артиста, когда он предъявляет миру какую-то свою особенную часть.
И если эту часть правильно выстроить по цвету, по фактуре, по форме, то человек очень органичен и нету диссонанса, да, и не у зрителей, не у этого артиста. Он очень, естественно, как бы в этом себя чувствует. И, соответственно, потом, когда я занялась психологией, получила образование, я соединила эти две вещи, и те тренинги, те семинары, которые я провожу, лекции, которые читаю, они касаются формата арт-терапии, то есть цвет как язык. Каким образом можно понимать, что происходит с тобой, просто благодаря цвету? То есть, и как можно... по тем цветам, которые ты выбираешь или там... Мой любимый черный. Да, да. И, соответственно, можно также понимать, как читать других людей, понимая, что с ними происходит. И даже можно корректировать себя в тот момент, когда ты идешь куда-то навстречу, и понимая, что ты хочешь как результат. Чтобы как тебя должны воспринимать. Почему объясню? Потому что цвет — это самый древний, самый глубинный, базовый язык, который заложен у нас природой. Когда не было слов, когда не было обозначения там, красный, стол, стекло, да, мы ориентировались так же, как и животные. Ну да, да, да. Как опасное, не опасное, съедобное, не съедобное, да, понимаете? Нюх, там, запах, и набор цветовых оттенков, ну, цветов, допустим, 7, а оттенков немыслимое количество, да, они переходят один в другого, плюс они переходят в светлую гамму, в пастель, они переходят в темную гамму, да, вот как бы с черным, там, если их смешивать, более глубокие тона получаются. И как бы это все является эквивалентом наших эмоций. И когда ты знаешь, за что отвечают цвета и оттенки, ты начинаешь это понимать. Ты начинаешь понимать, что с тобой происходит, какой эмоциональный фон ты сейчас несешь, что происходит с другими людьми, даже с группой людей, потому что, когда ты об этом задумываешься со временем, да, ты начинаешь понимать, что насколько, вот, условно говоря, в хорошем смысле люди себя выдают. И не надо особо пытаться там взломать какой-то код этого человека. Просто надо прочитать и либо сделать сонастройку с ним в этой цветовой палитре, либо, допустим, в этот момент знать, что не влезай и убьет, или наоборот, знать, что вот сейчас как бы самое лучшее время о том, что можно попросить что-то, посоветоваться. Сделать какое-то предложение. Да, это очень прикладная история. И вы можете этому научить. Да, конечно. Конечно, я, да. Я просто это семинары на ваших курсах. Не, ну, на самом деле это очень интересно. Да, это есть форма индивидуальная, когда, вот, допустим, не всегда комфортно людям, ну, с кем-то, да, вот для кого-то важно, чтобы не было посторонних людей. Для кого-то, наоборот, хорошо в группе, он растворяется, ему как-то более комфортно в, такой, в таком формате. И тем не менее, как бы... А вот пару слов о нас можно, например, сказать? Да, о том, в каком вы цвете сейчас, или о каком-то вашем цвете, который вам интересен, который доминирует, например, в вашей одежде? Ну вот сейчас, например. Да, сейчас, да. Ну вот, например, розовый цвет. Вы оба, в принципе, в розовой гамме, просто это розовый розовому розе. Да, кстати. Да. Этот розовый очень разбеленный, да, а этот розовый активный. Розовый цвет — это сочетание красного с белым. Красный цвет в эмоциональном ощущении отвечает за агрессию, опасность, провокацию. Не зря революционные флаги, они красные, да? Это то, что возбуждает, то, что заставляет тебя встрепенуться. Это то, что является символом как бы сердца и секса. Это то, что провоцирует в тебе такой совершенно основной инстинкт. То есть либо революция, либо секс. Почему? Потому что... Были разные какие-то очень вещи. Нет, дело в том, что во время революции и во время войн люди больше занимаются сексом, потому что это состояние бесконечного перевозбуждения. Очень высокая точка адреналина. Адреналин заставляет вас что-то делать. Либо бежать, либо драться, либо плодиться. Да? Потому что вот эта паника, ты понимаешь, что ты живешь каждую секунду почти последний раз, и тебе надо обязательно что-то подсознательно оставить после себя. Да. То есть это очень естественное состояние. Почему знаки у нас везде? Стоп. Да? Это красный цвет, который первично воспринимается быстрее всего. Через наш глаз, через нашу систему мозга, наших сигналов. А белый цвет — это цвет нейтральности. Это практически когда вот стерто все. Чистый лист. Чистый лист. Это когда ты не совсем понимаешь, это вот хранили в белом, да, это как саван. Такое неведение. Это когда не совсем понятно, куда идти, что делать.
И вот смотрите, таких два противоположностей. Угу. Бежать, действовать, заниматься сексом, там, угу. бить, да? А, наоборот, непонятно, куда, чего, что. Угу. Как вы думаете, что происходит вместе, когда вот видимо, эти два... ничего. А? То есть такая ситуация непонимания, да? То ли бежать, то ли... Ну, куда непонятно, да? Ну-ну, и? И какая-то дилемма, вопрос, наверное, какой-то внутренний. Или что? Смотрите, белым все сглаживается. Вся, uh-huh. вот ну, в вашем случае, uh-huh. да, много белого, uh-huh. потому что рубашка бледно-бледно-розового uh-huh. оттенка, uh-huh. да? Она сглаживает вот эту всю агрессию. Uh-huh. Ну, она и не создает чисто белый фон вот такого неведения, uh-huh, да? Uh-huh. И, как правило, вот это состояние, оно соответствует очень тонкому эмоциональному восприятию того, что происходит, uh-huh. и очень высокой ранимости. Человек, uh-huh. который надевает бледно-розовый цвет, он показывает, uh-huh. особенно, uh-huh. смотря где, я особенно ранима, если вот здесь, я раним. Моя душа особо ранима. Алексей, пожалуйста, я буду ранима. Да, пожалуйста, относитесь ко мне деликатнее, чем вы могли бы это делать и позволять. Я буду очень признателен, потому что я достаточно открыт и готов, если говорить об отношениях, то это отношение не агрессивно-сексуального самца, а мужчины, для которого деликатность в отношениях, доверие, мягкость, даже если можно сказать, томность в каких-то вот вещах, подарках, встречах, ласках, она имеет очень большое значение. Это форма, при которой хочется показать, как с тобой взаимодействовать. Но у меня только вот в связи... Нет, действительно, вы многое очень правильно сказали, но вопрос для меня в другом. Ведь в моем гардеробе много одежды. Угу. Я ее подбираю, когда одеваю, но как-то по сочетанию цветов, да. Как бы розовый с коричневым я одел, на мой взгляд, потому что они сочетаются, плюс есть какая-то... Ну, тут что-то тоже коричневое где-то угу. есть, да. Я не думал так глубоко об этом, вы понимаете? А подсознательно, может допустим, быть, думал. Да, а, допустим, завтра я приду в синем пиджаке и в голубой рубашке. Мы же и сами что не это, осознаем, и да? что это значит? Ну, синий у нас, у вас есть фрагмент синего, я сразу скажу про синий, если вдруг вы завтра все-таки придете в этом оттенке, да, в этой гамме. Синий – это у нас ответственность, сказано, сделано. Не зря у нас пилоты. Воздушных судов, моряки, да, самая такая опасная степень передвижения, потому что, ну как можно при здравом уме и твердой памяти доверить какому-то незнакомому человеку свою жизнь и жизнь да. своего ребенка или близких, если да? он в красной рубашке, да? Да, в красной, да, да, я уже буду так это будет очень сильно горячить и будет создавать беспокойство. Да, да, да. Я вот хочу спросить, Алис, а у вас основная деятельность все-таки сейчас вот психология, я вот, судя по вашему энергии, энтузиазму, с которым... Я бы не сказал, потому что психология – это как инструмент для того, чтобы создать правильное как бы обрамление для каждой личности. Ну вот или все-таки... Ну как мне кажется, как мне показалось. Вы знаете, самый большой мой интерес на сегодня – это, конечно, поэзия. А, не угадали. О чем же мы тогда говорили все это время? Давайте про поэзию. Ну потому что это какие-то мои ступени, которые вдруг начали появляться, проявляться, и для меня это самое очень неожиданно. Я никогда не планировала такого вот конца, если так можно сказать. Как-то так удручающе. И никогда не увлекалась, например, поэзией. Я всегда была в формате того, что я художник и того, что я дизайнер. И вдруг еще какие-то грани начали себя проявлять, и я теперь о них уже могу говорить вслух, потому Вы что пишете, сначала да? мне было очень сложно. Да, я пишу. Я стала писать внезапно 4 года назад впервые. Первое время я, конечно, это все жгла, потому что я думала, что я сошла с ума. Мне казалось, что самое последнее дело — это быть поэтом. То есть мне казалось, что тот, кто рифмует нормальные слова, все, ему конец. И я думаю, боже, и это случилось со мной, когда я стала, вот у меня все время начали строчки, рифмы. Я, конечно, сначала шарахалась, потом как-то стало это записано. Оно все равно записывалось, оно требовало какой-то записи. Потом, значит, я торжественно это все жгла в каминах у друзей, потому что мне казалось, что если, не дай бог, это кто-то вдруг там что-то со мной случится, и кто-то прочитает, подумает, что вот она городская сумасшедшая, вот она, а я сошел с ума. Вот, а потом, сейчас?
А сейчас есть такой портал стихи.ру, я там, значит, выкладываю стихи, там у меня 1000 стихов, вообще у меня 2500 стихов. Ну, то есть я, не, как бы, я стала выкладывать, условно говоря, относительно недавно. Алиса, к сожалению, у вас еще много талантов, я знаю, но наша программа, к сожалению, да, подходит к концу. В следующий раз расскажем еще о каких-то других странах вашей многогранной почитайте. Приходите еще раз к нам на программу. Спасибо вам большое, что к нам пришли. Спасибо. Дорогие друзья, в эфире была программа «Фактор личности». Ее вели Наталья Ерофеевская и Алексей Богданов, а в гостях у нас была Алиса Толкачева. До свидания. Всего хорошего. Спасибо, до свидания.